Салам алейкум, друзья. Нахожусь в Бунарском районе. Сегодня у нас 4 число 10 месяца 2021 года по линии здравоохранения. Вот. Значит, у нас выявлена здесь мертвая душа, человек, который является другом главврача, который находится на больничном. Человек замешан в различных коррупционных схемах. Вот. Этот человек, значит, у нас Гитин Магомедов Магомед, который на двух штатах у нас ворует, значит, от здравоохранения Бунарского района в одном штате 30 748 рублей в месяц, на втором штате со ставкой 0,75 он ворует 8 764 рубля. На просьбу показать свое рабочее место и все остальное, он задает вопрос, кто ты такой. Значит, у нас люди, занимающие должность, считают, что можно воровать, если ты небольшой человек. Это моя личная. Вы бюджетные деньги воруете? Я не ворую. Я каждый день воруете бюджетные деньги. Вы в курсе? Вы кто? Вы идите на Магомед? Я Магомед. Я Магомед. Где ваше рабочее место? Сейчас ваш штат покажу. Пожалуйста, вот это. Пожалуйста, я бюджетные деньги ворую. Вы воруете. Это я ворую. Да? Это я ворую. Сейчас, одну секунду. Это ворую? Я ворую. Одну секундочку. 30 748 рублей. Да, я каждый день работаю. Это бесполезно. Да. Слушай, 30 тысяч, я 48 рублей вы воюете. Это я воюю. Такие единицы называют тренинг. Что? Я каждый вот это. Это статья, которую воруют 8764 рубля в месяц. Вы что? Работаете около 3 лет. Хорошо. Ну, мы по-прежнему находимся, значит, в поликлинике района ЦРБ. У нас, значит, Гитин Магомедов пришел, поднял скандал, вышел в коридор, упал в обморок, лежит. Вот такие у нас, значит, друзья у нашего главврача Батыра Мухтаровича, который сам здесь наворовал, отправил сюда своих, значит, товарищей. Вот он наш этот пациент. Пожалуйста. Сколько давление у нашего товарища? 140. 140? 140. На самом деле, из ряда вон выходящая ситуация. Представляете, целый главврач пришел в Бунарский район, воровал около 3 лет, расставил свои, значит, сети воровства. Издевается над народом, ворует на лекарствах, ворует на всем, на чем может. В это время люди с одного села и стороны живых поселений переходят к мертвым на кладбище. Отреагировали сегодня на... Начали практически реагировать на те нарушения, которые есть по линии здравоохранения. Он к нам отправил свою мертвую душу, Гитин Магомедов Магомеда, который ворвался в кабинет во время обсуждения горячих проблем нашего населения по линии здравоохранения Бунарского района. Наговорил всякую глупость, вышел, упал в обморок. Будем наблюдать за дальнейшими событиями.